Друзья, всем привет! Вы на канале Татьяна из Казахстана. Спасибо, что заглянули ко мне. Сегодня необычный выпуск. Мы с дочкой пришли в место, которое очень дорого горожанам, и оно единственное сохранилось с Советского Союза. Но то, что с ним сейчас происходит, это больно на это смотреть, и я хочу, чтобы это видео, вы помогли мне его распространить, поставили лайки, как можно больше комментировали. А помощь нужна в том, чтобы судьбу этого объекта все-таки она решилась, и наконец-то его отремонтировали, отреставрировали и сохранили его в первозданном виде. Это единственный, по-моему, объект, который остался еще вот именно с советских времен. Вы спросите, где мы? А мы возле ДК «Фосфорник», который находится между 15 и 16 микрорайоном. Мне кажется, нет ни одного жителя нашего города, который здесь хотя бы раз его не посещал. Лично я выросла в микрорайоне, естественно, как ребенок я ходила в этот ДК. Будучи взрослой, сюда приезжали звезды российской эстрады, казахстанской эстрады, посещали концерты. Ну, давайте посмотрим, зайдем. Что же, как он сейчас выглядит, давайте посмотрим. Пойдемте. Вот так выглядит площадь перед ДК «Фосфорником». Знаменитые фонтаны, которые сделаны в виде времен года. Вот они заросли бурьяном. С дороги практически не видно ни ДК, ни фонтанов. Раньше это место было, мамочки днем гуляли. Вечером в ДК проходили дискотеки, вся молодежь. В спортивном комплексе были спортивные секции. На Наурыз каждый год здесь устраивали, естественно, ставили юрты, были празднования. Со всех микрорайонов сюда приходили люди. Красивое место, которое не хватает именно зоны отдыха, такой зеленой, с красивым дворцом, не хватает в микрорайонах. Поэтому давайте поднимем эту тему. И обязательно пишите в комментариях свои воспоминания, что у вас было связано с этим ДК. Расскажите свои истории, как вы сюда ходили, как вы занимались, может быть, спортом, может быть, танцами. Что у вас, с чем у вас ассоциируется ДК и как он у вас отзывается в вашей душе. Но мы сейчас зайдем вовнутрь. Если честно, очень долго готовилась к этому видео, очень волнуюсь, потому что ну, это и моя жизнь в том числе, и то, что происходит, очень больно на это смотреть. Очень много власти обещали, что будет ремонт, что отремонтируют, что вот-вот-вот-вот, каждый год обещает, но ничего не происходит, и в то же время ДК просто разрушается. Давайте пройдемте, посмотрим, как он выглядит сейчас внутри. Немного истории. Дворец «Фосфорников» построен в начале 80-х годов. В ДК были прекрасная сцена, отличная акустика, огромное число кабинетов и залов. Всем привет! Собственно, продолжение нашего видео. И вот так выглядит главный вход ДК «Фосфорников» сейчас. Поднимаемся по лестнице. Какая-то. Несколько недель назад здесь был пожар. Вот в этой комнате что-то загорелось. А эта маленькая комнатка ведет к кассе, где раньше продавались билеты. Да. Ну, здесь очень, да, сложно подойти, но вот в принципе все сохранилось. А вот так выглядит главный вход, центральный вход в фойе. Висит
Да, невозможно узнать тот красивейший ДК, который мы помним. Двери, вход в большой зал. Еще немножко сохранилась вот эта вот фреска знаменитая. Ну, теперь сейчас поднимемся на второй этаж, посмотрим, что там. Поднимаемся на второй этаж. Смотрите, здесь даже сохранились перила. Материал еще. Что-то лакированное. Сохранилась плитка. Ну и вот так вот это выглядит. Поднимаемся дальше. Так, вот витраж. Сейчас солнышко, так красиво это все смотрится. Все это вот лестницы, все это сохранилось в прекрасном состоянии. Ну, где-то кое-где осколы, конечно. Вот это огромное панно, посвященное рабочим фосфорного завода. Покрытие на полу. Тоже оно было разноцветное в виде казахских орнаментов. Вот по бокам это вход в большой зал на балконы. Да, в 2004-2005 годах вот сюда, в ДК «Фосфор», приезжали российские звезды. Леонтьев, Галкин, Валерия, Арбакайте, Витас. И я сама посещала эти концерты. Это было в большом зале. Вот сейчас даже не верится, что это все оно. Ну и вот люди простые тоже приходят поглазеть, как умирает наш ДК. Любимый, единственный, который был в микрорайонах. Людям в микрошах даже пойти некуда. Да, зрелище, конечно, ужасающее. Как в 21 веке мы могли допустить такое? Как наши власти это могли допустить? А перед съемкой читала очень много статьи о ДК, и оказывается, несколько акимов говорили, что в 2019 году будет ремонт. На дворе 23-й год. Простите, где ремонт? Ну вот здесь вот полностью нету витража и окошка. Выход там. Ну а это тоже узнала, что это кинотеатр был раньше. А у меня это место ассоциируется с тем, что в этом зале, будучи еще школьницей, кто учился в 38-й школе, привет, у Сергиенко Ольги Ивановны, мы здесь показывали кукольный спектакль. Вот у меня такие ассоциации с этим залом. Вот заходим
Угу. Дочь моя, конечно, привела. Заходим в зал. Вход на балкон. И вот так вот зал выглядит сейчас. Как бы ни было, дворец притягивает все равно детей, подростков. Они сюда приходят, но смотреть уже не концерты и не спектакли. Жуткое зрелище. А это вот выход, если концерт или какое-то мероприятие проходило в теплое время, то вот здесь был выход на улицу. Можно было спокойно на балкон выйти. Ну а теперь дочь сказала, что проведет экскурсию по этому уже заброшенному зданию. Да, к сожалению, уже заброшенному. И сейчас мы идем на третий этаж, чтобы посмотреть, там очень много есть комнат с граффити. И в таком же примерном коридоре есть тоже огромное граффити, которое именно на расстоянии очень страшно выглядит. Поэтому это как тоже достопримечательность этого места. Здесь все вот так расписано. Да, вот такие вот комнатки, классы. Здесь детишки занимались, были кружки. Сейчас мы все в таком состоянии. Такие вот большие залы. Здесь аккуратно, хорошо. О, боже мой, что здесь? Это... понятно. Дырка. Дырка. На стенах сохранились еще советские, если будет видно, панно, как это, фрески. Раньше это было очень модно рисовать. В национальном стиле. Вот мы, собственно, и уже почти добрались до лестницы. И вот находимся в таком помещении. Мне оно особо очень нравится из-за вот такого необычного решения в архитектурном строении, что люстры располагаются в таких нишах, которые свисают с потолка. Это очень необычно. Вот космический корабль какой. Да. Но также здесь имеются вот такие вот отверстия в стенах, которые выходят в главный зал, где проходили все концерты, но сейчас он выглядит. Мы сейчас со так. стороны, получается, сцены. А мы были с вами вот сейчас там на балконе. Вот так вот выглядит сейчас это все. Идем дальше. Вот это место, оно и притягивает, и отталкивает одновременно. Все равно понимаешь, что и сердцем, и как бы голова вспоминает то, что здесь происходило. Не хочется верить, что это сейчас это с этим зданием происходит. Куда мы сейчас идем? Мы идем на третий этаж, чтобы
чтобы поснимать сначала там, а потом пойдем на крышу. О боже, еще и на крышу. Вот, собственно, мы сейчас находимся на третьем этаже. И тут тоже есть такие ниши, но только это уже с размером с дверь. Боже. Тут можно случайно выпасть, так что аккуратно. Получается, здесь коридора нет, да? Сразу заходишь? Да. А там? Все? Прохода нет? Да. Что важнее, победа или сестры Барри? А там что? Сюда ходи. Коридор. Свет в конце туннеля. Это вот тоже зал, один из залов, где были раньше, наверное, какие-то занятия, но сейчас... Ну, и даже эти сохранились. В школе такие же были светильники. Но сейчас все в таком запущенном состоянии. Да, грустно. Ну вот молодежь сама себя пугает и рисует на стенах вот такие вот жуткие рисунки. Да. Если идти с конца другого коридора и смотреть на это, можно знатно так испугаться. Гуляем по ДК-Фосовнику, по его мрачным заброшенным коридором. Это третий этаж. Конечно, он разрушенный сильно, но так, в принципе, я не знаю, специалисты, наверное, должны это смотреть. Построен он очень хорошо. Мне кажется, что его можно реставрировать. Всегда мечтала здесь побывать. Да. Но никогда не думала, что это произойдет. Смотрите, даже линолеум сохранился. Представляете, сколько ему лет? Он в таком ужасном этом экстремальных ситуациях природных и погодных. Но он сохранился довольно-таки неплохо. Вот даже кафель. Ну, вот такой вид с балкона ДК Фосфор. Мы на третьем этаже на балконе. Территория большая, но очень заброшенная, неухоженная. Просто нет хозяина, который бы вложил деньги, ухаживал. И горожане, мне кажется, будут благодарны. Вот вид с другой стороны. Вот там. Будет видно, не будет. Вот там на месте 24-й школы, которая между на холме 17-го микрорайона, строили вот такие вот дома. Ну, вот так вот выглядит. Да. Вот выход на третьем этаже мы сейчас. Выход и вид на холл второго этажа. Да, очень печально смотреть, как огромный дворец растаскивают в буквальном смысле слова по кирпичику. Разбирая кладку внутренних перегородок, демонтируя металлические балки, по-варварски разбирая уникальные витражи и уничтожая декоративные панно. Все более ценное из него, включая оборудование и звуковую аппаратуру, уже давно вынесли. Между тем, в памяти ни одного поколения шимкенцев дворец фосфорников останется как яркий очаг городской культуры, на огонек которого десятилетиями собирались взрослые и дети. Такое впечатление, что наши власти просто не замечают этот дворец, как будто его не существует.
Это дворец-призрак. Итак, а сейчас мы с вами идем на крышу. Поднимаемся на крышу. Перед тем, как подняться на крышу, вот нас встречают еще такие дверные проемы. Ну и вот уже непосредственно крыша. Вот уже, собственно, мы на крыше. Вот такой вид открывается. Здесь была, я не знаю, сейчас есть, детская библиотека. 24-ю школу, которая была на горе, ее снесли и построили ее вот здесь, вот за ДК Фосфорником. Вот она вот так выглядит. И стадион, который здесь был, вот отдали этой школе. То, докуда не добираются люди, все, в принципе, в нормальном состоянии. В Советском Союзе хорошо строили. Покрытие довольно-таки неплохое. Ну вот даже видно, здесь на уровне человеческого роста рисунки, а там вверху в нормальном состоянии. Небо сегодня очень красивое. Я говорю, туда, куда человек не допрыгивает, все в совершенно нормальном состоянии. Да, это точно. Мне кажется, главный враг человека – это сам человек. Человек-созидатель и человек-разрушитель. Но только что-то большое строится годами, а разрушается в один миг. Очень жаль. Но еще раз напоминаю, надеюсь, что это видео вы поддержите своими лайками, комментариями. Делитесь этим видео со своими друзьями. Обязательно пишите в комментариях ваши воспоминания, связанные с ДК Фосфорником, с этим местом, вообще с городом. Давайте вместе поможем нашему дворцу любимому, чтобы его отремонтировали. Это парковая зона, кто помнит, 15-го микрорайона, здесь был детский городок. Чёртовое колесо, на там канал, на нем стоял корабль. Рядом был магазин «Балдырган». Очень любила сюда в детстве ходить. Ну и вот, собственно, фонтаны времена года. Первый фонтан, его видно хорошо, а остальные три, они бурьяном поросли. Раньше, когда
не было вот этих вот зданий, строительных магазинов, ну и ДК, и фонтаны были видны с дороги. Сейчас все закрыли, не видно, и проблемы просто нет. И все. Сейчас мы на первом этаже со стороны. Я, получается, на сцене стою. Я тоже на сцене стою. Ну, аккуратно на сцене стой, пой. Пой, танцуй. Такой леденящий ветерок. Нет. А, это все Ленин. Представляешь, какая тут была сцена огромная, она, значит, крутилась. Ну, здесь тоже, видимо, был пожар. Вот это санузлы сохранились. Еще кафель еще сохранился. Вечный. Вот это тоже выход на сцену. А мы сейчас хотим дойти до спортивного зала, который был тоже. Ходил в комплекс ДК. Тоже вход в зал зрительный. Это мы уже непосредственно там, где были сиденья. Они вон даже валяются, смотри. Вот лестничный проем наверх. Вот какие-то скульптуры тут валяются. Вазоны. А ну и вот вход. Я хочу продать билеты. Вы хотите купить билеты? Вот здесь сидел кассир. Тот, который продавал билеты на концерты. Сохранился пол. А мы идем в спортивный зал ДК. Ну а вот это класс для занятия танцами. Тут тоже зеркало стоит. Скорее всего, здесь начинала свою историю танцевальная школа «Седьмой континент». Идем, идем в спортзал, но никак до него не дойдем. Да будет свет, сказал монтёр, и да, перерезал провода. Это бюст Ленина, его разбили, двора его прям так любит. Идем дальше.
Ну и вот, собственно, спортивный зал. Такой вот огромный. Даже напольное покрытие сохранилось. Паркет. Много подсобных помещений. Это же для этих, да, для колец баскетбольных. Мы туда не пойдем. Даже выключатель сохранился. Советский. Тяжело его нажимать. Ну, еще бы. Была бы ручка или что? А, нет. Мы снова на первом этаже в холле. На этом наша прогулка по ДК «Фосфорник» подошла к концу. Еще раз прошу вас ставить лайки, комментируйте, пишите все, что на душе у вас, все, что было у вас связано с этим ДК. Спасибо, что смотрели, спасибо, что подписываетесь. До новых встреч. Пока-пока.